Быстрее ставь лайк, если любишь смотреть видосики на Ютубе! Ребята, всем большой приветик! С вами по-прежнему Овер, и сегодня мы поиграем с Андрюхой в игрушку под названием Брикрикс! Всем привет, ребята! Ну что ж, друзья, у нас будет рубрика «Найти и уничтожить». Давайте я расскажу правила для тех, кто не смотрел по каким-то причинам предыдущий ролик. В общем, друзья, Андрей на всем городе, на всей местности поставил 3 бомбы. Он их спрятал. И моя главная задача, ребят, найти эти бомбы и разминировать. Ну, можно просто выстрелить, взорвать их, там активировать. В общем, как-нибудь их уничтожить. Это все дело мы будем делать на время. Ну, в общем, вы поняли, друзья. Получается, мы сейчас садимся в тачку. Засекаем время, я ищу все эти бомбы. Вот, потом, друзья, я меняюсь ролями с Андреем. То ищу. Для меня. Да, точнее, ставлю бомбы, а Андрей их будет также на время искать. И вот, кто быстрее, друзья, найдет, тот как бы и победил. Да, все правильно, братан. Тот самый настоящий сапер. Все, точно. Смотрите, друзья, будем ездить мы на одной тачке с Андрюхой. Ты уже сел, да, братан, будешь со мной. Я буду наблюдать и курировать. Все, красава. Ну что ж, тогда я готов, давай мне отсчет. И поехали, я включаю таймер на секундомер. На телефоне, один. Давай. Все, поехал. Начали, ребят. На телефоне поставил таймер. Найти и погнали. Уничтожить. Фу. Рядовой овер шоу. Я понял, братан. А слушай, знаешь, что я хочу сразу прям сказать? Вот в предыдущей серии было проще, потому что город был меньше, как по мне. Полностью. Здесь прям капец, как много мест. Я тебе мог засунуть куда угодно. Да. Мне засунуть куда угодно, братан. Но я надеюсь, ты туда не стал запихивать. Я вроде ничего не чувствовал. На самом деле, она, кстати, между прочим, стала меньше, чем была. А, я, кстати, да, бомбу-то не видел. Это сильно меньше, братан, или как вообще? Ну, тебе не чуть я поменьше понял. Стало. Чуть поменьше, чем в предыдущем ролике бомба, да, чуть-чуть но в том поменьше. Ролике у нас вообще гигантская была, значит, она большая, ну, как по моей логике. Ну, да, она значит, большая. Она, по мне идее, кажется, большая. Она может достигать вот размера вот какого-то контейнера, например. А, нифига себе, нифига себе, настолько гигантская она, вот это я понял, братан. Ну, не, контейнеры не такие большие, на самом деле. Не, ну, они больше тачки, как по мне, мне кажется, нет? Ну, этой тачки точно больше. Я понял, ладно, это здорово, а значит, будет включил, бросаться кстати? В глаза. Да, включил годмод, вот сейчас, просто как ты сказал. Просто когда ты будешь сапер, мало ли ты ошибешься. Ладно. Типа, и все, до свидания. Че это ошибусь? Не парься, все нормально, со мной будет. Сапер ошибается, как там, раз или один нет, раз? Или не да, вообще не ошибается? Вообще не ошибается. Если ну, один типа раз, он, то все уже. Ну, а как бы он ошибается, и все, до свидания. Ладно, да, это клево, ну, конечно. Но давай уже какую-нибудь, кажется, я вообще не понимаю. Я могу тебе сказать, что находятся бомбы в районе завода. Так их тут два, братан. Их тут два, а теперь думай. А в районе какого завода, друзья, находится бомба? Ну ладно, думай. Я начну отсюда, короче, так как я уже здесь. Ну, чтобы не ехать далеко. Скорее всего, ты прав, кстати. Да, сейчас сидит и врет, ребят. Просто сидит и врет. Кстати, у меня прошло уже 2 минуты, братан. А я до сих пор не нашел. Просто 2 минуты уже. Да, время идет, друзья. Надо все быстро делать. На самом деле, я дал подсказку в самом начале. Ты не обратил, мне кажется, на это внимание. Вообще не понял, братан. Вообще вот не понял. Не, она была прям очень такая косвенная. А кажется, понял, братан. Контейнер что тут делает перевернутый? А забора почему нет? Нет, ничего такого не было. А забора... Врете, врете, вот она бомба первая, ребят. Все, ставлю, короче, я тачку. А ты вспомнил, а ты вспомнил, отлично, разминировал, все взорвалось. Ё-моё. Слушайте, по кайфу, друзья, а так-то... Но она реально меньше, а ты что, братан, пересел-то за водительской? Я сидел за водительской. Да. Офигеть, ребят. Андрюх, надо ж было и заборчик-то не ломать, и контейнеры не выкидывать, когда ты ставил бомбы. Издержки производства, издержки минирования. Так, первую бомбу я нашел. Это по кайфу. А самое прикольное, ты в самом начале сказал про контейнер, а я вообще не подозревал. Я специально сделал так, чтобы ты не подозревал это, Шерлок. Но потом-то я увидел, что они передвинуты, друзья, и все такое. Так, в районе, ты говоришь, в этом. Я уже понял, что это этот. Какого? Если я уже одну нашел, значит, где-то в этом райончике, братан. Ну да, получается так. Я пытался запутать, но не получилось. Не получилось, не получилось. Нет, но на самом деле, если бы я вот эту бомбу не нашел, возможно, я бы уже поехал на второй завод. Ну вообще, скорее всего, и потратил еще больше времени. Очень долго растянул. Да, но хорошо, повезло просто, друзья. Так, понимаешь, ладно. Ты искал там, потом искал здесь. Да, капец. И вообще бы, может, и не нашел бы. Кстати, может быть, такое будет. Ну, нет, найдут ее, ну, за 2 часа, например. И это ну, будет если топово. Если что, там как-нибудь напишем, типа, 2 часа искал бомбу во всем Бриксвилле. 2 часа спустя, типа, искал бомбу. Но пока что, друзья, не 2 часа, пока что у меня только 3 минуты 40 секунд прошло.
пока что я еще, да, как боец. Максимально большая карта, делайте на это скидку, ребята. Да, карта гигантская. Найти бомбу. Я, по-моему, в предыдущем ролике минут за 5 все нашел, братан. А здесь я только первую нашел. Там было гораздо легче. Да. Я тебе мог ее на гору засунуть, за особняк. Ну, так, я просто накидываю какие-то идеи. Накидыватель идей. Ладно, хорошо, на гору, на особняк. Я понял, что где-то в этом районе, и ты меня больше не проведешь, братан. Я уже не буду так вот активно тебя слушать, потому что, друзья, он напрягается, хорошо, уже хорошо, видно. Можешь, о, деталька от бомбы, короче, вот здесь. Где? Уже. Ну, она отлетела, да, которую я разминировал. А, нифига. Она себе. Уже просто отлетела, братан, туда. А чё это стоит? Бой! Блин, да как? Вторая бомба, друзья, по кайфу. Бегу минировать, надо быстрее, чё я выпендриваюсь еще. Бам. Ну вообще время, да. Все, пошло. Между прочим, эта бомба крайне балдежная. С парковочкой вместе. Разминировал. Ставит бомбу искать. По кайфу. Да, ну я не знаю, братан. Так, и где-то осталась третья, да? Последняя. Да. 4 минуты 50 секунд, бро. Офигеть. Блин, вообще. Ну есть. А в прошлый раз сколько было? 5 с лишним или сколько? Ну, я точно не помню, братан. Вообще точно не помню. 5 с лишним, а мне, 4. Мне кажется, 4 там я вообще до 5, по-моему, нашел в предыдущем ролике. Мне кажется, если ты сейчас найдешь бомбу, например, за 5-6 минут, то... То это будет достойно, пушечка, да. Это будет достойно уважения, можно прям даже. А, может быть, здесь где-то, блин, поставил между этими штуками? Ищи, ну-ка. Ищи. Так, ребят. Так, так, не вижу, с этой стороны не вижу. Так, я хочу посмотреть, а камеры так сейчас... Не. Каждый угол загляни. Ну, вроде каждый. Нет, вроде нет, братан. Ну, я сейчас еще вот так вот подлечу сюда вот. Так, повыше, остался повыше. Последний поворот, посмотрите, а я камеры вот так отдаляю. Не, и не, здесь, ну, ребят, нет. Господи, куда заныкал он это все дело, я не знаю. Просто я вот капец. Старался, по так, поводу ты вот сказал, бомбы, в районе завода, ищешь? Блин, может где-то на заводе, да. Заныкал, друзья, потому не что знаю. Такое палево тоже, как про контейнеры не, прям. Не, так. Не, палево. Не палево, а что так притих, братан? Нет. Чё-то как-то прийти. Вон она, камерой залез туда. Да блин, бомба, ну она как-то неровно стояла. Она, братан, стояла нормально, я просто чуть читерил и камерой туда подлез, короче. Просто туда, да. А ты ещё не раздиффузил? Да, надо диффузить, нет, не раздиффузил, братан. Время-то идёт. Ладно, ценой своей жизни, бам. Все, просто ценой своей жизни и ставлю паузу. 6 минут 13 секунд, минус братан. Минус завод! Что да. ты наделал? Сколько? 6 минут 13 секунд, бро, мне понадобилось. Ну, неплохой результат. Фух, это было четко. Для Бриксвилля уж тем более. Ладно, друзья, давайте мы сейчас быстренько махнемся ролями и продолжим! Ну что, ребят, все, поменялись мы ролями, и давайте я быстренько вам покажу, куда я заныкал свои бомбы. Андрею, конечно же, я не сказал. Вот сюда, блин, друзья. Че не сказал? Так, вот сюда, ребят, заныкал, получается. И третья бомба у нас, друзья, где-то... Подождите, а, вот тут я поставил. Ты ну все. Далеко сам найти не можешь, нет, нет, ли? Недалеко, просто реально уже сам забыл. Город гигантский. Ну че, Андрюх, я считаю до трех и нажимаю. Ты готов? Давай, три, два, один. Все, пошел таймер. Рванули, давай, братан, рванули. Давай, ищи. Я, если честно, даже не знаю, где их скачать. Ну, братишка, все в твоих руках. Ты помни, все в твоих руках. Наконец-то чугунный голос проснулся. В смысле? Я вообще-то золотой голос России, а ты чугунный, братан. А с чего? Почему я как бы чугунный? Не знаю, братан. Так, начнем, пожалуй, вот с самого очевидного. Проверим, так сказать, горизонты. Так, проверяй, братан. Проверяй горизонты. Хорошо, братан. У меня есть странная идея. Мало ли ты через гараж как-то это сделал. Нифига он дрифтит, а как это выглядит? Если, братан, через гараж, не понял. Ну, типа, вот там какой-то гаражик есть. Ну, может, ты не поедешь туда, братан? Может, не надо туда ехать, бро? Ты меня обманываешь. Не поедешь? Ну, ладно, как хочешь. А, ну, как хочешь. Ладно, спасибо, братан, спасибо. Я не думал, что такой тиран решил туда засунуть бомбу. Ну, не знаю, не знаю. Я вот знаю тебя, ты так бы не стал бы говорить. Ладно, братан, короче, где-то вот в этом районе, чуть-чуть левее. Ты же даешь подсказку? Да, район поиска. Вот чуть левее, и вот это весь район, короче. Чуть левее отсюда? Вот на дорогу еще одну выйдешь, вот сейчас будет. Вот, короче, вот этот весь район. Вот этот перекресток? Ну, это район вдоль, поперек, ищи. И слева, и справа, и сзади, и туда-сюда. Блин, так это гараж получается. Потому что, смотрите, ребят, как бомбы стоят. Они стоят не просто так, ребят, а именно вот так. Можно сказать, что... Ну, вы поняли. Короче, я вообще ничего не понимаю. Можно вот сказать, так, что так, бомбы вот стоят так. по одной линии. Ну, типа того, друзья, вдоль вот так всего города они стоят.
принципе, это прям жесткая как, подсказка, братан. В линию. Но если ты найдешь одну бомбу, то ты в линию пойдешь дальше в какую-нибудь. Все в линию, вот да. Все стоит в линию. Да, но только 4 линии, братан, получается. Лево-право, прямо назад. Ты куда, бро? Ты куда? Я куда-то поехал, братан. Я куда-то поехал, ты меня отправил. Выйди, тормозни машину, ты меня отправил куда? Ладно, нашел ты первую, да, бомбу, братан? Да, нашел. Вау! Это ты взорвал ее, что ли, уже? Да, я разминировал. Красава, разминировал, я просадился в тачку. Минус пожарная станция, давай, подлетай ко мне, братишка. Первую бомбу ты нашел, знаешь, за сколько, бро? За 2 минуты 30 секунд, братан, ты нашел ее. 30 секунд? За 2 минуты 30 секунд, да. Блин, ну это... Так, все же, давайте, ты мне, кажется, не специально говорил. А, за 2 минуты 20 секунд. Ты даже нашел ее, братан. Воу, красава! Так, теперь ищи в ангаре, братан. Но ее там нет, сразу тебе говорю. Да ты и говорил, что там была. Нету ее, бро. Ну как? А все, смотри, ты первую бомбу нашел. Теперь попробуй представить линию. Я вот сейчас проверил, типа. Вот по какой линии я мог поставить эти бомбы, потому что, ребят, они, можно сказать, стоят в ряд. Чтобы было полегче немножко, Андрюхе, они как бы стоят в одном районе, но в ряд просто так вот, типа. Ну, я не знаю, как объяснить. Сейчас я посмотрю, какой ряд. Ну-ка, где там взорвала эту пожарную станцию? Я уже забыл, где она была. Левее она там была, левее. Левее, да, было. Ну-ка. Но все равно, вон, ребят, видите? Мне кажется, вообще. Ты мог уже где-то увидеть бомбу, брат. Ты мог ее просто увидеть, реально. Я просто заметил. Короче, я понял, в этой деревне что-то есть. Возможно. Вот в этом месте. Возможно, а может быть и нет, я не знаю. 3 минуты 20 секунд тем временем у тебя прошло. У тебя есть еще 3 минуты. 3 минуты 20 секунд, братан, даже больше уже. Чтобы я тебя победил? Да, да, чтобы ты меня победил уже даже меньше. Я бы, на самом деле, хотел выиграть, чтобы, типа, первый раз был за тебя. Тогда надо искать, братан, надо искать лучше. Блин, ну, ты говорил где-то вот здесь, я не знаю. Это ты говорил, кстати, воу-воу-воу. Я говорил, вон она. Вон она, рыба моей мечты. Ну, только не тут я говорил, братан. Ну, только не тот я говорил. Здравствуйте, бомба. Нашел ее, ребят, нашел. Нет, ну ты ее хорошо заныкал. Хорошо ее заныкал. Вторая бомба, братан. Если бы я туда посмотрел, хотя если бы туда посмотрел, просто да не смотрел. О, все, минус. Поздравляю, бро. Вторая бомба, и у тебя 4 минуты уже сейчас прошло. 4 минуты 7 секунд, братан. Блин, и где еще искать линия судьбы? Все, ищи последнее. Теперь я не буду подсказывать. Все, вообще молчу, друзья. Просто максимально, просто замолкаю. Линия, значит. Там как-то прошло, может, как-то по диагонали ты решил? Нет. Ну, погонять. Она, ну, как бы не совсем прям же линия, а просто я пытался сделать ровно, но я не уверен. Ну, хорошо, давайте вот на эту дорогу выйдем. Чё тут за останки каких-то вообще? Так, бомба! Ну, это не просто от бомбы. Да, мне кажется, эта бомба так жестко разлетается, настолько останков. Так бомба разлетается, капец вообще. Так, 4.43, друзья, у Андрея 4.45. Блин, какой-то результат, напомни-ка. 6.13, бро, у меня 6.13. Я не знаю, найду ли за минуту, Бриксвель просто огромный. Да, гигантский, братан, давай. Так, линия, хорошо, предположим. Так. Мне кажется, ты засунул в эту деревню куда-то. Не знаю, все, я же сказал, братан, я подсказок давать никаких больше не буду. Мне не хочется, друзья, чтобы он выиграл меня. Мне хочется и самому повыиграть 5 минут, 9 секунд. Блин, куда ты вообще мог засунуть ее, не понимаю. Она в багажнике нашей машины, братан. В смысле, что, правда? Да нет, да как тут невозможно, она бы торчала, она же больше. Ну, мало ли, гораздо ты куда-то другую особенную бомбу мне приготовил, знаешь? Нет. Специальный бонус, спешл, так сказать, для нас, типа тыры-пыры. Не, сори, ну надо было так сделать, на туре. Ладно, 5.30, братан, 5.30. Просто да черт, 5.30. Ты знаешь, когда ты говоришь, время поджимает, начинаю теряться, я просто... Давай, хорошо, 5.39. Тихо, 5.40. Прекрати говорить, прекрати. Давайте, друзья, блин, ну, режим, который вот эта идея, прям суперская, мне нравится, надеюсь, вам да, тоже нравится. Да, это просто, идея. Ребят, найти, уничтожить, это топчик. Вот бомба, друзья, вот последняя бомба, вот она. Не скажу. 5.57, у тебя есть 13 секунд. Я потерял твою линию. 13 секунд, бро, есть, хорошо. Чтобы выиграть. Мне, как я говорил, кажется, что в этой 6, деревне 7, мне тут уже все проехал. Ну хватит, 8, все, я понял, все, что я продул. 9, все, я уже понял, что 1, я продул. 10, 3, все, 6.14 сейчас у тебя, братан. И я уже победил, ну, братан. Все, я уже думаю, стоп. Серьезно, что ли? Серьезно? Да как это невозможно? Минируй, давай быстрее. Давай. Успею. Все, короче, паузу ставлю. 6.27, братан. Так.
Парочка секунд. Сколько просто секунд? Там 13 секунд. Короче, в принципе, можно оформить, мне кажется, и ничью. Вот напиши, вот, ребят, напишите в комментариях. Простим мы Андрюхе пару секунд, там буквально 10, там 15 секунд. Но Брикс это было огромный. Максимально близко. И слушай, мы практически с тобой сравнялись по времени, братан. Это действительно круто. Я чуть-чуть, друзья, быстрее. Ну что ж, а на этом наш ролик заканчивается. Пишите в комментариях. Либо я, друзья, победил, либо ничья. Простим Андрюхе парочку дружба, секунд. Дружба, дружба, ничья. Ну, а на этом у нас все. Не забывайте подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх, оставлять много положительных комментариев. Ссылочка на канал Андрея будет в описании. Там же будет ссылочка. Колпак надевай, братан. Там же будет ссылочка на мои социальные сети. А почему не получается? А, потому что я здоровый. Вот, отпускаю ее. А я не отпускаются даже. Ну ладно, а на этом, в общем, у нас все. Всем удачи и пока-пока! Всем пока, ребята!